Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. Хотя в такую погоду, конечно, не в футбол играть надо, а лепить снеговики. Да, Георгий, действительно, погода подкачала, выпал снег, и мало кто этого ожидал. Наверное, в такую погоду правильнее проводить соревнования среди биатлонистов, а не играть в футбол. Но что имеем, то имеем. В каком составе сегодня выйдут на матч хозяева? Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Нам показывают состав команды гостей. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Наш матч начинается. Мяч ушел в вал. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Выбит мяч из штрафной. И удар! Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мяч потерян. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пострел. Оставляет мяч для навеса. Ульсон. Мяч будет введен из-за боковой. Ульсон. И бьет! Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой. Будет угловой. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Прекрасный удар, но и вратарь хороший. Неплохой удар, но вратарь на месте. Великолепный удар, но и вратарь ведь не просто так зарплату получает. В самое скопление игроков угловой подан. Бывает так. И пробил. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру.
Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Один-ноль в нашей игре. Хорошее владение мячом, перештраф. Решил пробить. Умница вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Угловой будет. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Штрафную подачи и есть там кому сыграть. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Потеря, все, в оборону. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче, вынос. Можно навес сделать здесь. Выбит мяч из штрафной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хорошо укрыл мяч. И буквально подарил мяч сопернику. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. И выносится мяч из штрафной. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вот это пас прекрасный. Отличный удар. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Это угловой удар. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И пробил он поворотом. Такой удар для вратаря не опасен. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Арбитр назначает угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Хороший вынос мяча из штрафной.
Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну, мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Действительно, превосходство одной команды на поле есть, и счет на табло это наглядно демонстрирует. Хорошее настроение у тренера, у его команды сегодня все получается. Отыграться теперь будет труднее. Снова точный пас в его исполнении. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Ульсон. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Ну что, давайте еще раз посмотрим, как был забит этот мяч. Я не понимаю, где вратарь был в этот момент? Мяч покинул пределы поля, аут. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Это аут. Денис Глушаков. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. В игрока мяч попадает. Мяч ушел в аут. Есть поддержка здесь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Берет голкипер этот дальний удар без особых проблем. Похитрее надо действовать в следующий раз. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Подали мяч с углового в центр штрафной. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Штрафной подачи, и есть там кому сыграть. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Появляются свободные зоны. Игрок получил травму, арбитр останавливает этот матч.
игроку оказывают помощь. Судья ведет мяч в игру. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Голкипер забирает мяч. Хорошо мяч перехватили в атаке. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. От головы в ворота. Класс! Великолепно пробил. Точно и достаточно сильно. Вратарь был бессилен. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Идеальное исполнение. Видно, что на тренировках времени даром этот парень не терял. Хороший гол получился после вот такого навеса. В этом моменте и подача, и завершающий удар. Все было блестяще. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. 3-0 так было в первом тайме в знаменитом стамбульском финале в 2005 году. Вспомнит ли об этом проигрывающая команда? Хороший первый тайм он провел. Хорошо он играет, уже и гол успел забить. Ведет его команда после первого тайма, а значит, полдела сделано. Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. И разрезающий пас на ход. Следует скидка. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Ушел мяч, аут. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отлично. Удар! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Потеря, все, в оборону. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. И пробил. Блестящее спасение! Посмотрим, что получится у команды с этим угловым. Мяч летит в центр штрафной. Как вариант продолжения напрашивается навес. Штрафной удар.
Удар! Точно в руки голкипера. Мяч потерян. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Вот это опасно может быть. Ошибается оборона здесь. Денис Глушаков. Замену проводит тренер хозяев. Посмотрим, кто покинет поле. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Хороший вынос мяча из штрафной. И пробил! Давай, подавай уже. Хорош вратарь, как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Отличный дальний удар и отличный сейв голкипера. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. Мяч летит в центр штрафной. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Сериал угловой продолжается. Нужно отметить этого игрока, он отлично сегодня выступает. Ну, если он не лучший игрок матча, то точно один из. Пока что он действует образцово-показательно. Смотрите, сколько он нанес ударов по воротам. Как только появляется возможность, сразу бьет. Можно подать. Наносит удар игрок. Отличный сейв. Угловой номер... Какой номер? В центр штрафной подан мяч с углового. Выбит мяч из штрафной. Денис Глушаков. В игрока мяч попадает. Все просто. Вынос. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Никто не выбрасывается вперед на мяч. Будешь навешивать, а? Навес в штрафную. Такой удар еще нужно сопроводить. Решил пробить. Вот предыдущий забитый его. Очень красивый был мяч. А тут даже не знаю. Да, влупил куда-то, как мы любим говорить, в молоко. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Это аут. Замена будет у нас. Денис Глушаков. Какой удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Вперед идет атака. Интересно может быть. Удар! Не спасает тут вратарь. И возвращают они интригу в игру, хотя и горят в два мяча. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса.
Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1 счет. Надо собраться, там поле кончилось. Туда пасовать не надо. Навешивать надо. Защита первая на мяче, вынос. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Тут проблема в обороне. Проигрывают и бить дают. Хорошо, что удар не получился. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. И это удар. Выше ворот. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Ульсон. Подавай! Защитник отводит опасность от ворот и разряжает обстановку. Ищут они разные варианты для атаки. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Навес напрашивается. И пробил игрок. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Ульсон. Денис Глушаков. Отлично он играет сейчас. И еще один угловой. Центр штрафной, мяч направлен. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Есть удар! Удар в штангу! Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Денис Глушаков. Есть удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. До конца игры 7 минут. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Отводит опасность от ворот голкипер. Все правильно сделал.
Подавай! Штрафной подачи есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч перешел к другой команде. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Тут все очевидно, будет штрафной. Штрафной мяч подает. Ставит корпус, не расстается с мячом. Времени остается все меньше, силы у футболистов на исходе, зато у болельщиков энергии еще вагон. Классную поддержку они обеспечивают команде. Но они должны были сегодня побеждать, и все к этому идет. Очередной пас перехватывают защитники. Не дает добраться до мяча сопернику. Подача. Чей мяч будет? Да. Финальный свисток. Ну что, лиха беда начала. Да, сразу видно, что соскучились они по игре. Первый матч сезона и сразу первая победа. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.